Охране общественного порядка и контролю за миграционными процессами особое внимание. За неделю в миграционной службе зарегистрировали 607 иностранцев, 400 вновь прибывших. Специалисты службы по жалобе анапчан выехали в рейд, проверили документы у работников на стройке по адресу улица Ленина, 154. Документы в порядке. 3 гражданина Узбекистана выдворят за нарушение российского законодательства. Специалисты межведомственной комиссии выявили нарушителей среди торговцев на рынках. Продавцы занимались предпринимательством без оформленного разрешения. Предварительная информация, выдачу патента для иностранных рабочих на Кубани в Анапе приостановят. В системе оформления земельных участков тоже будут изменения. По распоряжению первого вице-мэра Анапы Светланы Яровой на принятие решения техническим советом по каждому участку должно уходить не более 3 месяца. С сегодняшнего дня расширены полномочия первого замглавы Яровой. За ней закреплен контроль над строительством. Вопросы строительства газа, энергоснабжения, то есть коммуникаций, также остаются в ведении Алексея Васильевича. Меня не устраивает работа управления капитального строительства нашего муниципального учреждения по строительству и ремонту объектов социально-культурного назначения. Когда я поднимаю руководителя и спрашиваю, сколько детских садов у нас находится сегодня в ремонте, он не может мне ответить. Это говорит о том, что человек, мягко говоря, не на месте. На этой неделе специалисты транспортного управления проведут профилактику правонарушений среди таксистов на рынках Анапы, также пройдут проверки. Торговцев обяжут придерживаться законов и работать честно, по документам. Сам же центральный рынок должен быть в муниципальной собственности, так считает глава города Сергей Сергеев, а поэтому уже на этой неделе юристы администрации начнут работу в судах, чтобы вернуть центральный рынок в муниципальную собственность. Где заявление о собственности по рынку возвращения назад в муниципальную собственность его? До четверга, включительно, сегодня понедельник, заявление должно уйти в суд. Давайте восстанавливать статус-код. И людям рассказывать, там, где он уже восстановлен. Масштабная работа предстоит работникам сельского хозяйства. Начинается уборка главного урожайного достояния Анапы – винограда. На этой неделе сформируют рабочие группы и приступят к работе. Мэр Анапы отметил активность аграриев и напомнил, с такой же высокой эффективностью давно пора приступить к уничтожению амброзии. До 15 августа не должно остаться ни одного куста. До 15 числа готовим поздравления в 2 номинациях – город и сельский хозяйство. Значит, первое место – 9 кустов амброзии в букете, второе – 6, и третье – 3 куста амброзии в букете. И для города, точно так, для руководителя управления и отдела, по этим же номинациям. Это касается глав поселенцев, тех, кого мы поздравим, соответственно, дисциплинарное взыскание за невыполнение распоряжений. За каждым руководителем городских управлений закреплена территория. Сергей Сергеев напомнил еще раз проверить санитарное состояние этих участков. Проверки пройдут на объектах мелкорозничной торговли и в системе придорожного сервиса. На постоянном контроле пляжа Анапы. Задача хозяевам всех баз отдыха в станице Благовещенской до 8 августа привести здание и прилегающие территории в порядок. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.